Снегоуборочная техника на реке появилась не просто так. Приближается праздник Крещения, и именно здесь, на центральном пляже, подготовят прорубь для традиционных купаний. Они пройдут уже в эти выходные и неизменно под надзором спасательных служб. Будет организовано дежурство подразделениями Департамента по чрезвычайной ситуации Кустанайской области. Дежурство будет организовано группами по 4 человека в период дежурства порядка 3 часов и более. Будет сменяться личный состав, будет... На месте будет находиться центр медицинской катастрофы. Свое дежурство службы начнут вечером 18 числа и будут продолжать до следующего дня. Именно в этот период с 9 вечера до 4 утра и предстоит большой наплыв людей. Если опираться на опыт прошлых лет, то можно ожидать от 2 до 4 тысяч людей. Будет обеспечено оцепление местной полицейской службы для контроля прохождения населения в целях предотвращения увеличение большого потока людей, будет оцеплено, это все будет контролироваться. По словам спасателей, система контроля еще не подводила. Несчастных случаев в праздник Крещения зарегистрировано не было. Чтобы эти купания прошли также без происшествий, службы города просят кустанайцев соблюдать ряд простых правил. Перед купанием в проруби категорически запрещается употреблять спиртные напитки. Разогреваться стоит при помощи физических упражнений, либо парных. Погружаться в воду необходимо резко, а в воде находиться не более полутора минут. При этом следует воздержаться от погружения с головой. В остальном, по словам сотрудников, беспокоиться за безопасность не следует. Лед выдержит поток людей. Его толщина составляет 47 сантиметров. А чтобы не получить обморожение, рядом с прорубью будет открыт пункт обогрева. Манарбек Косков, Наталья Басмурзина, РТН.